Тяга блока на заднюю дельту. Угол между рукой и корпусом должен составлять 90 градусов. Выполняем тягу блока к верху груди, либо к подбородку. При тяге на заднюю дельту самое важное – это развести лопатки и не сводить их на протяжении всего движения. Если переборщишь с весом, то ты не почувствуешь заднюю дельту. Старайся подобрать оптимальный вес. Лучше меньше, чем больше.